трехкратный ура трехкратному чемпиону Европы прокричали сегодня в Казанском аэропорту. В столицу вернулся татарстанский гонщик Тимур Темирзянов. Снова с победой. Чемпионат Старого Света проходил в 9 этапах. Пыль столбом поднимали на трассах Англии, Швеции, Норвегии, Франции, Австрии. А заключительные гонки прошли в Германии. Загорелась машина одного из участников. Соревнования решили приостановить и сразу раздать лавры почета. Такого в практике чемпионатов еще не было. И хоть первым Тимур Темирзянов не приходил ни разу, но стабильное присутствие в тройке во всех заездах обеспечило ему победу. И это тоже прецедент. Первый подобный случай более чем за 40 лет соревнований. Первую победу в 2010 году она была более эмоциональной, чем сейчас. Сейчас уже более как-то это все уже не то, что привычно, но уже знаешь, что это такие чувства, как быть чемпионом. И на сегодняшний день мы, в принципе, выиграли старый чемпионат Европы, который был по старому регламенту. Мы выиграли новый чемпионат Европы. Скорее всего, и, наверное, последний чемпионат Европы, потому что в следующем мире чемпионат Европы будет переименован чемпионат мира. Поэтому мы, в принципе, продолжаем переписывать историю ралли-кросса.